Празднование в этом году продлится целых 4 дня – с 28 по 30 июля. 2 августа Рязань отметит как столица воздушно-десантных войск. План общегородских мероприятий выстроен с учетом потребностей горожан, рассчитан на различные возрастные категории, на различные увлечения людей. Мероприятия, которых в пределах 50 запланировано на эти дни, будут распространены на всех городских площадках и для разных категорий наших граждан. Итак, 28 июля на аллее путешественников установят бюст адмиралу Александру Авинову, уроженцу Касимовского района. В парке Гагарина будет работать спортивная площадка, на улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов, а на площади Победы в 7 вечера выступит хор Турецкого. На следующий день, 29 июля, на стадионе ЦСКА пройдет военно-спортивный праздник «Рязань, столица ВДВ». В Музее истории воздушно-десантных войск весь день будет свободный вход. В Соборном парке у Кремля пройдет фестиваль туристических маршрутов. Будет представлено более 20 маршрутов. Экскурсоводами станут как профессионалы, так и увлеченные горожане города. Темы самые различные. Интерактивно запись на эти маршруты уже ведется. Все желающие смогут посетить любой из маршрутов. В 7 вечера горожан ждут на площади Победы. Выступит Александр Маршал. В полдень 30 июля в Центральном парке культуры и отдыха начнется ярмарочное гуляние «Рязанское подворье». Запланирован фестиваль ретро-автомобилей, дегустация, конкурс самодеятельности. В 19 часов здесь начнется фестиваль «Дворовая песня. Беседка». Очень радостно, что беседка, которая традиционно проходит зимой, порадует горожан в летний период, потому что тот проект, который прошел во Дворце молодежи, будет воплощен как раз на танцверанде, вот именно атмосфера танцевальной площадки, где могут и послушать замечательных музыкантов нашего города, и еще и потанцевать. На площади Победы в 7 вечера стартует акция «Чистый город». Она завершится красочным фейерверком. День воздушно-десантных войск 2 августа запомнится горожанам праздником на площади Победы. Наши вокально-инструментальные ансамбли исполнят песни воздушно-десантных войск. Соберутся друзья, товарищи, сослуживцы, гости города. Также будет развернута на площадке слева от МКЦ выставка вооружения военной техники. Планируется пролет самолетов звена АН-2. Пройдут показательные выступления десантников. Будет выставлена военная техника, а в небо над Рязанью поднимутся самолеты.